А теперь о главном, на наш взгляд, событии уходящей недели. 1 сентября во вторник начался новый учебный год. По традиции в этот день во всех учебных заведениях России и стран СНГ проходят праздничные линейки, посвященные Дню знаний. Мы сегодня гордо шли по осенним улицам. Весь посмотрит, кто на нас, сразу залюбуется. С особой торжественностью в этот день в школах встречают первоклассников. Эти малыши впервые зашагали по длинной, но такой интересной, полной открытий школьной дороги на свой первый в жизни урок – урок мужества. Такие уроки в большинстве школ стали уже доброй традицией. В средних, специальных и высших учебных заведениях, как правило, обходится без таких уроков. Но торжественность момента от этого вовсе не уменьшается. Это праздник для первоклашек и первокурсников. И те, и другие вступают в совершенно новую жизнь.